Здравствуйте, любители пошаговых стратегий! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение ФФА сериала в Sid Meier's Civilization 6 за Скифию на архипелагах. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Все, гавань мне все разграбили. Сволочи. Ну смотри, Иерусалим-то почти сняли. Вопрос только в том, как его захватывать просто. Потому что сейчас там подобраться к нему, и в принципе его можно зацепить. Если бы какой-нибудь сухопутного воина там с другой стороны привел, было бы неплохо. Потому что как бы отстрелить, я его отстрелю фрегатом. А может и не отстрелю. Короче, что-то тут это... Нечисто. Мне не дают, короче, плюс 2 золота. За этот, за религию. А ёбщики! Не ругайся. Точно. Я просто возмущён. Типа, у меня же все эти от религии бонусы. А вот плюс 2 золота нет. Не будем мы тебе давать. Зачем? Нет, тут оказывается религия на промку есть. В одном городе. Со Стоунхенджем. Правильный выбор. Слушай, а где вообще в Конго про религию что-то написано? Я что-то читаю, не вижу. Я найду тебя. Что? Найду тебя сейчас. Вот и вот, именно вот уникальная способность Вемба Энзинга. Получает все верования любой религии, распространены в большинство его городов. Все верования любой религии распространены в большинстве его городов. Да. Четыре города обращено, сейчас пятый будет. Ну да, написано, что ты уже обращен. Во! Это меня обманул. Развел. Да, у меня там вообще проблемы. О, с этими варварами. У меня бау дико идет. Так, сколько у меня квадрирем на данный момент? Раз, два, три, четыре, пять. И строится еще 6, 7, 8, 9. Да кто-то говорил, что у меня столько науки, а? Смотрите, сколько сейчас у Конго, сколько у меня. Ну ты воевать начал. Ну вот именно, да. Тем более, ну Конго тебя не сильно обогнал. При том, что у меня все карточки стоят. А у тебя по-фо... я заговариваюсь. Походу, не все карточки стоят. Шотландец можно дожать Иерусалим. Только нужно, короче, отчаянно отбиваться сейчас. Здесь просто с этого... Мы можем делать следующее. Вы отбиваете Иерусалим, я его обратно захватываю, вы обратно принимаете кризис. Долбитесь туда опять. Вечные 1600 монет. Грей, ты Вавилон будешь захватывать или нет? Смотри, ты можешь сдать нам Иерусалим, мы получим... Я думаю. Заключим мир... А потом его закинем. А потом я его захвачу еще раз. Решись на что-нибудь. Нам же надо знать, посылать послов, не посылать послов. Я готов, если это... Мне надо найти другую КГшку научно. Я тебе предлагал же, за деньги поставлю...
этот. Я тебе могу предложить, ты бесплатно мне покажешь, а я убью Вавилон. Я думаю, это тебе выгодно тоже. По очевидным причинам. Ну, у меня в Вавилоне 3 вообще-то сидят посла. Ты получаешь просто от 3 послов, а кто-то там получает от 1,5 десятка шедевров наук. Кто это? Кто это может быть? Я не знаю, да я на это Халецкий. Ну и плюс послы, естественно. А еще и послы. Вот точно Халецкий. Ну, то есть я чисто из этих побуждений не могу туда вкидывать нон-стопом, чтобы держать сюзеренство, мне проще убить его. Аванти, ты всю игру это не сюзерение. За сюзерение. Девять, шесть ходов, нет, шесть ходов как-то долговато. Блин, чините, 32 хода. Ужас. К сожалению, у меня не очень удобное расположение городов, которые сзади находятся, так я везде фрегат строю 3 хода. Они очень долго плывут. А ты кто говорит? Немец. А, строй фрегатов. Хорошо, что нет. Блин. Не каперов. Да, вот это, конечно, подстава, то, что же происходит. Леш, дай мне проехать. Рыцарь. Там где... Все заблочено. Парламент, ну ничего, мы нормально сейчас поднавалимся. Ты флот перетаскивай с вот этого полуострова с правой стороны на левую. Сейчас возьмем мы Иерусалим. Там ребята на пару один город-государство берут. Красавчики, красавчики. Подбадривают друг друга. Вообще, топчик, топчик, парни, я за вас. Вообще-то мы не воюем кричи. Не с городом-государством, мы воюем с греком, который захотел. Мне воюют за 800 монет каждый. Это вопрос принципа. Давайте, давайте. Конго. А, я. А, ты согласен чуть-чуть приплатить? Платить? Я тебе могу еще ресурс дать. Тебе апельсины нужны? Нет. Нужны? Нет. Печально. Ну ладно. Тогда вот так. Тогда вот так. Ага, мы все-таки впятером были на одном континенте, а они натроем на другом, получается, как-то так. Ну да. У нас острова здесь. Там прикольно, что ты за скиф не убил никого. Так я потому что вначале начал играть как вводную карту, а потом, когда нашлись... Ну тут, честно говоря, не знаю. Нападать... Все довольно далеко были. Бонусы у скифов и так классные. То есть то, что я могу в течение всей игры... Каких там легких юнитов, да? Легкая кавалерия. Легкая кавалерия. То есть коляски, рыцари и танки у меня просто по 2 штуки строятся. По-моему, зашибись. Все наоборот только. А, наоборот? Всадники. Всадники. Дальше. Всадники, кавалерия и вертолеты. Ну, тоже неплохо. Не знаю, самый крутой бонус киф — это то, что плюс 5 к атаке получает и хил. И это тоже классный бонус. Так это, Лёш, чё там, ты мне расскажешь, где есть ГГшка или нет?
Я не понимаю, почему ты не хочешь мне ничего дать за это. Ну, я как бы в общий, для общего блага убиваю эту ГГшку меня, и она-то, в общем-то, устраивает. Но ты же понимаешь, что там вот это вот все преимущество по науке, которое есть, это ровно от шедевров. Только от них. Ой-ой-ой-ой-ой. Поставил метку. Говорю, вот скифи убрать только вот коней вообще да, хорошая нация будет. Со своим бонусом. Скифи все хорошо, но вот бонус коней вот ее губит. Какой бонус коней? Ну то, что они строятся под две эти штуки. Типа губит в плане, что ее банят? Ты про это? Да. Ну да, даже, наверное, соглашусь. Ну, убрать вот это и оставить плюс 5-30 хилу, можно играть. Кстати, кстати, уникальный юнит какой-то, ну, так себе, будем честны. Честны. Потому что из-за того, что он стреляет только в соседнюю клетку. Да. У бонуса вот этот хила и 5 к атаке просто вот нормально. Очень жесткий. Я играл на турнире вот один на один удельно за скифов. У меня не было коней, я просто вот мечами ходил и лучниками убивал. Все, просто вот этот хил это очень жестко. Считай бесплатный ляп. Ну, удар. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7, получится 8. У вас все будет. Куча твоих фрегатов стоит справа от Иерусалима, и ты не воздействуешь, никак ими не пользуешься, не пойму. Ты воюешь там с... ты просто... Лёш, сейчас... на один ход. У меня там два города, и с той стороны. Ну какой смысл сейчас там было вести войну, если нам нужно было Иерусалим по-быстрому захватить, мы могли это сделать, если бы здесь побольше немножко напряглись с той стороны. В итоге ты растянул армию на два фронта, и мы всосали и тут, и там. Ай-яй-яй. Не знаю, что с этими джунглями делать. Хочется для чеченицы оставить. Да, на два фронта это жестко. Я ж тоже воевал. Опа, ходу не замечаем. А школьник дальше развивается. Да, ибо... Чё? Уже 130 науки. Ланте, Вавилон умирает, и все, я в жопе. Плюс культуры 155. Сейчас Вавилон упадет, посмотрим, сколько у него будет науки. Что делаем в Шотландии? Смиримся с греком? Да, миримся, пускай. Что не сделаем. Готов мириться грек с нами двумя сразу или нет? Или дальше воюем? Давайте посмотрим. Ну говори сразу, или воюем, мне юниты строят дальше, или переключаться на что-то другое. Просто вы еще не видите, давайте, у меня там каперы есть, я могу их обнести. Можем поговорить по-другому. Это ты кому говоришь? Те, кто на меня тут гонят. То есть всем? Пусть будет так. Чего вы других там? Все будет плохо, у меня понял я. А что у вас по счастью? Вы сильно просели? Или так? Незаметно. У меня все нормально. Ну, у тебя там много всего, да, на счастье. У меня только стол не просело. Грей, это что такое? Что за поселение? Это нормально. За переселение народов. Он идет. На нефть? Практически. Там всякая китовая нефть, нефть из благовония еще есть. Очень надо. К
Хорошая нефть. Как тебе этот заливчик, скиф? Красиво. Вообще кишка какая-то. Да, тут вообще вот этот чертомлык, вообще офигенный город. К нему и не подобраться, и горы есть, и холмы есть, и вот этот заливчик такой. Да, и холм не обработанный. Где холм не обработанный? А, это у меня оставлен под район. Под какой? Под район на холме, очевидно. Под кампус. Шутишь, да? Нет, не шучу. А вот этот кампус на плюс 3 тебе не нужен, да, получается? Какой? Вот этот. Слушай, немец, там интересная у нас ситуация, давай ее обсудим. А, или здесь оставлен под камень. Я не помню, почему я этот оставил холм. Или под чудо какое-то. Сейчас я гляну, что это. Я хочу. Я открыт для обсуждений. Смотри, и там у нас было два кризиса. Получается, это на двоих делили эти 1600. Да, я за него получаю только 800, если так и остается. Нет, а мой ты кризис... получаешь за каждого 800 участника, нас двое. Так что мы получаем 1600, ничего, да? А ты получаешь 1600. Нет, вот у меня где кампус. А... Зато ты получаешь за кризис Канди. Что я тут оставил тогда? 2400. Что, наверное, не очень правильно. Нет, ты не понял. Еще раз, это ты участник кризиса. Если ты выиграешь, ты получишь 2400. А если ты потерпишь неудачу, то я получу только 800. А, окей. Все правильно. То есть мне поднапрячься, 2400 можно получить. Ну да, да, поднапрягись. У тебя фрегаты ходят по холмам? Ну, ты пытался город захватить, даже... арбалетчик. Ну, я не пытался захватить город арбалетчиками, я так просто ими попакостил. Генерал, между прочим, твоего убил. Да, да, пакость. Арбалетчиком. Но он возвращается, к сожалению. Я думаю, все даже кричат, нет, нет! Может, 10 квадририм хватит все-таки? 8. У них 8. Блин, а чё с наукой? Верните Вавилон. Ты чё, изжёг его, вот этот мерзавец. Отстроишь заново. Да если бы можно было, я тебе знаешь, сколько тут ГГшек отстроил. Блин, что так громко все? И Вавилон. Прям как Карфаген. Кумаси. Раньше, к сожалению. Вот тут я понимаю добрососедские отношения. Поубивали друг друга, и разошлись. Да, вот прям как я с Химером. А смысл дальше... Упарываться нам, если у нас там развиваются люди, а мы упарываемся, смысл. Попробовали, не получилось, дальше развитие. Ну, правильно, так и надо. Так и... Так, Лёш, а ты хочешь развивать связь? Конго, давай ты не будешь у меня архитекторами ходить. Ходить или копать? И копать, и ходить. Это те, которые в Вавилон отстраивать, потому что... Да, да. Не будешь ходить архитекторами, продолжим союз, конечно. Хорошо. Вот они сейчас, он сейчас в воду. Не, не надо их топить. Чё-то радикально.
Ради союза готовы даже. Ты их спросил, готовы они или нет? О, я знаю. Мои же мальчики. Этот город можно будет сжечь. Потому что тут нету ни одного Шая, района. Строй Вавилон, парни. Где вообще Кхмер? Я думаю, что надо еще все-таки квадрирему. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вообще хватит, нет, пошли. Я возьму карточку, член у меня вот так стоит, да? Не стоит, возьму карточку на строительство кораблей. Парня можно уже заюзать, потому что он не действует ни на кого. Кто-нибудь что-то придумал, что мы будем делать без подводных, подводных лодок? Твоих-то? Нет, против этих германских. Субмарина, там уникальный юнит, все дела. Еще не успели дожить до подводных лодок, уже коварный план против меня строить. Я думаю, мы принесем жертву архитекторов. И подводные лодки пойдут ко дну. Нет, архитекторы будут забираться на подводные лодки и этим... Топиться, да? Нет, в этот в узел завязывать им перископы, чтобы они ничего не видели, и подводные лодки будут тонуть. Прекрасный план, по-моему. Архитекторы-диверсанты. Так и не починил этих черепашек. Я их уже три раза чинил, это приходили варвары и их грабили. После тебя я починил на следующий ход. А-а-а. Вот сейчас, смотри, еще раз чиню. Не, ну сейчас-то я вижу. Видишь, там еще рыба разграблена. Кстати, у меня вопрос, а кто по итогу Богморе забрал? Не знаю. Я это кто? Рыбок я забрал. Ну кто ты? Грек. Грек. А что ты нашел? Город это был, знаешь, какой? Да, Иерусалим. Гезду, да? Иерусалим. Ой. Скидка на улучшение и... Слушайте, а сколько там
А, 21 ход. Слушай, так может мне это не нужна карточка, блин? Я внутри кидаю. 21 ход. Мне эта союзная карточка и не нужна. А я уже применил. Ну, нафига она мне? Так, давайте что-нибудь откроем быстренько. Теологию. Верну обратно. Войн, там расстроился, да? Хмерда мой. Не расстроился? Я сейчас поставлю на плюс к производству морских юнитов этой эпохи. И дострою фрегатов побольше. Янтарь, да, можно Еще Катериван стоит захватить. Ну он какой-то говняный. Честно говоря, может оставить на будущее, если очки, например, понадобятся. Костромскую назначу. Так, давайте смотреть. Из Неаполя бегает, из Каменки Днепровской бегает, из Иссыка. Ага, из Иссыка в Банзу бегает. Понял. Так, из Чертомлыка бегает. Из Костромской Кванга бегает, Seven Brothers бегает, из Гелона бегает. Значит, из самой Покровки, из Сыка и из Костромской никуда ничего не бегает. Из Костромской надо отправить на производство.
Что, я за 200 монет? Ну да. Грей, по-моему, ты мне забыл что-то вернуть. А, точно. Лёша, а ты южнее Шумера живёшь? Я вроде мы встретились, я не вижу твоих городов. Нет, я живу восточнее Шумер. А, это города, которые он захватил. Те города, которые ты видишь, это мои города. А вот верхние города, это те, что я захватил. Тарсус, да, я вижу Тарсус. Тихолецкий там попёр по науке. Почему я попёр по науке? 18 уже. То есть у тебя было 147, тебя не смущало? Ну, у меня это было за счёт ГГшек. Так и у меня за счёт ГГшки. У меня-то она тоже есть, только что-то нет столько много науки. Может, потому что ты универы не строил? Как насчет построить универы? Что такое универ? Не, ну возможно, возможно, где-то ты прав. В каком-то месте наверняка. Ой, отсюда ж бегал уже какой-то. Блин. У меня из Неаполя получается два, видимо, бегает, да? Да. Нафига я оттуда? Лучше бы две из Костромской два отправил. Так что там парни с Иерусалима, вы там берете, не берете? Да все, Иерусалим греческий. А как же кризис? Провалился. Он утонул. Нифига себе, вы чё так? Ой.
Что, парни, рассказывайте, кто в какой век выходит? Блин, 9 ходов осталось. Я в какой-то в жопный век явно выхожу. Опять в темный. Еще какие-нибудь чудеса я могу построить. Щеница 20 ходов. Что-то мне плохо с веками. Не, не скажешь. А то сказать трудно, если честно. Еще 10 ходов. А, то есть ты готов золото быть? Я хочу в темный, но не получилось в прошлый раз. И сейчас, возможно, опять не получится. Блин, я в героический не выйду. Я вообще всю игру, короче, строил запретный город, там ходов 20. Я не знаю, как его достроил. Я так смотрю, самое удивительное. Здесь я и Грей, и никто из нас Колизей не построил. Один ход. Вот так вот. Подожди, один ход. Причем Грей строит в городах... А, нет, это твой город показал. Я думал, ты в городе Перса строишь. Я всю игру ждал, когда Грей скажет, школа, что нету, и Колизей можно построить. Вы чё? Как так? Вообще удивительно. Ну. Не, ну я построил ходов 25 назад, что-то я был занят немножко. Поэтому до сих пор не построил. Да, ну вот глядя на нас пятерых, из нас пятерых я, конечно, признаю, что у меня лучшие места. Это так и есть. Все подкручено. Миш, не обманывай. О, у меня тут счастьем на самом деле беда. Уголь была. Да и осталось, в принципе. Я только хотел спросить, осталось? Была или нет? Мне, чтобы держать в городах плюс ноль, приходилось держать карточку на губернаторов и карточку на счастье за гарнизон. Слушай, Конго, ну я же просил не приходить. Они высаживаются. Я ухожу оттуда. Они просто высадились. Что значит просто? Ты только что там собрал этот? Нет. Кого ты обманываешься? Он высадился и все. Я серьезно говорю. Я сейчас пойду к Шумеру. До скольки будем играть? До упора? Блин, тут у меня жилья очень сильно не хватает. Может снести просто Ереван?
в будущем. Забавно, конечно, у нас с тобой Грей получается, мы такие соседи, но у нас абсолютно в разные стороны эти порты. Ну да. То есть мы на море вообще никак не можем воевать. Ну там может и Старса может приехать к этому Костромской и все только. Единственное то далеко. Так, надо фабрику купить. Вот куда дальше идти, вопрос. Тартуть-то, оказывается, ходовой товар. Пора за деньги продавать. У меня во всех городах экстаз. Вуран. Я вот поэтому и говорю. Акведук. Оружейную надо построить. Тартуть тут при чем? Ртуть при том, что мало получится ртуть. Там вот черепахи есть у всех, а ртуть можно поменять. Чем-то еще на что. Только что заключил две успешные сделки с ртутью. Покупателя, конечно, не имена покупателя раскрывать не буду, это коммерческая тайна. Но это очень влиятельные люди. Слушайте, а там втором-то, выше втором-то есть земля какая-то? Ты на землю выше втором-то не смотри. Но она там есть? Нет. Нет? Ты меня удивил. Следующим ходом можно. Еще два хода. Ладно, постою тут в стороне. Нет, так реально, там есть земля в Штарунте, да? Я так понимаю. Видите, сколько верфь сейчас дает производство? 6 производства. Больше, чем фабрика. За счет соседства. Блин, 7 ходов и не хватает 13 очков. Что я могу построить? Киловокисевание 6 5. Давайте, наверное, строить киловокисевание.
Здесь я что-то хотел еще. Кампус. Чеченица 12 ходов. Ну, тут гавань бы, конечно, неплохо было. Шумер такой бедный, одинокий город Киш стоит. Чё? Это не Киш, а Кыш отсюда. Кыш. С одним жителем на острове, просто в океане. Покровка. Я вообще не знаю, зачем туда поставил. Трилюкса. На Неаполь не действует. Такие есть, те и есть. Я не вижу, я вижу только черепаха. Киты и черепахи? Киты, черепахи, благовонь. Смотри, благовоние у тебя есть, черепаха? Я меняюсь благовониями, у меня нет благовония. Понял, ну, то понял. Есть у меня один, и будет больше, смогу поменять. Все, все логично. Понял, понял. А, оружейную я там хотел. Вспомнил. Ладно, шпион достроится. Мне тут надо конюшни. 6 ходов. Ух ты, селитра. Так. Это я хочу обработать. Слушайте, а если уголь появился на клетке, где уже есть шахта, то это не будет же считаться, да, что я построил шахту на угле, или будет все-таки? Должно считаться. Будет, только там же теперь надо это еще подводную лодку построить. Броненосец. Броненосец, да. Ну, броненосец не проблема. Кстати, а давайте выйдем в броненосец. У меня есть шахта на угле, которая была построена. А, это из-за броненосца. А ты продлил, да, союз с Конго, Леш? Да. Что, ты уже подумываешь меня пилить? Не, я просто думаю, игра скоро закончится таким темпом. Какими? Сегодня вполне доиграем. Ну, то есть я не вижу вообще, как на него можно напасть. Кроме как тебе. На кон? А почему ты хочешь на Конго именно нападать? Ну, ты туризм посмотри. Туризм. Блин, дыпиш. Почему у тебя мало культуры? Там, ну, 10 ходов. Мало городов.
Ребята, нам нужна культура. Как же про культуру все забыли? Да я не забыл, но... Не, ну почему? На Мбанзу, Конго и Кванго можно с моря напасть. Они же забираются. Я сейчас точно не в состоянии. Союзник еще называется, смотри. Так другие есть еще ребята на карте, у которых вроде как есть и флот. Я вот и говорю, союзник, блин. Ты в союзе с Шумером? С тобой. Ну, так и что? Так, сдаешь меня с потрохами. Как я тебя сдаю? Привыкай. Ты думаешь, Грей не видел Мбанзу и Кванга? Он там давным-давно плавал. Да, другие-то нет. Ну, можно просто распилить конголеза и дело с концом. Ну, распилите. Но только не особо медленно с этим. Ну, потому что там реально очень быстро. Сверху может напасть немец. Причем немец недалеко. Тут даже мне до компьютера в 15 ходов. Вот с моим диким отставанием, я думаю, ему намного меньше. Ага, ты уверен? Ты уже вышел в электричество, да? Нет, я просто суммарно посчитал технологии. Сколько ходов их изучение займет. Блин, неужели я опять... Плюс как бы, ну, эта ветка дает подлодки, так что ее, ну, вполне легко можно открывать. Нет, что-то еще дает, это знаешь, что можно больше. Блин, только следующим ходом союз заканчивается. Подняли, а? Все нормально, не выиграли. То когда ты видишь, чтобы это выиграли. Не, 8 из 38 это... Просто у всех других что-то мало культуры. Я неожиданно при игре с Грецией обычно сложновато культуры побеждать. А тут что-то грек прохалявил. Я помню, я за Конго, когда я там выиграл, 100 какой-то ход был, 110, по-моему. Потому что грек строил фрегаты вместо того, чтобы культурой заниматься. Безобразие. Тут как раз примерно такая же ситуация, на меня нападала там. Игры, ты же знаешь, что я не выиграю. Ты чё, я же в школе. Я не умею играть в игру. Чем ты говоришь? Я сижу, что-то строю. В домике. Бездумно причем, да? Да. Ну, я так всегда играю, как бы. Может быть, в другом? Так играешь, а прикинь, я же вообще тут ничего не сделаю. Че, нубас? Ты когда-то видел, чтоб школьники выиграли, да? Кто это такой? Шотландская бурка. Не понял, что за скалбение? Что ты меня тут перебиваешь? Спарта. Красивая. И у него просто 6, что банки работали. 6 этих направил. Отлично, караваны планируются. Смотрите, там шотландец выиграет. Ну это не так. Здесь Конго выигрывает по культуре.
Я не выиграю по культуре, я школьник, я еще Конго ищу. Конго я... так-то и по науке 180. Да, 186 науки, у меня 134. Не, чтобы, а, чтобы по науке здесь победить, это, знаешь, это в космопорт выйти, это все, это... А культурой спокойно просто сидишь и... И ждешь. Не, ну там 38, как бы, это, ну реально, открываешь с компьютера, игра заканчивается. Во-первых, 38, тут... это не, вообще не серьезно. Тут... Я к 15-му ходу набирал там с под сотку туристов. А тут нет, Грей, тут надо просто рассказать, что надо сделать. Во-первых, нападать на Конго, это первое. Второе, надо кому-то очень серьезно в культуру сейчас вложиться. Конечно, лучше всего это было бы Горго с ее акрополями. То есть это как защита от туризма, вы же понимаете. Но сейчас на втором месте по культуре у нас Шотландец, как ни странно. Ну, по-моему, ГГшки были. То есть шотландцу бы желательно сейчас начать очень серьезные театральные площади строить, там... Не знаю, там, я не понял, откуда взялась цифра в 30 с чем-то, если у конголезов 192 туризма? Не туризм. Это туристов. Туристов. Закладка туристов. Культура. Победа культура. Откуда берутся туристы? На моем канале смотрим гайд. Вот именно, да. Нет, я знаю, откуда берутся туристы. Кто это вообще? Для чего они нужны? Это где кладка? Туристы какие? Чего? Никто не против, что я на Кхмера нападу? Фига себе! Ты защищал это, чтобы я его не убила. Ты сам нападешь? Бедный, одинокий, беззащитный Кхмер. Ты заставил его страдать. Всю игру страдает. Ну, классно, шотландцу такой... Как бы организовать общество защиты Кхмера? Классный будет. Хлебский хочет набрать хмера, вы что, палец нельзя давать? Я же только что спросил, кто против. Говорите сейчас или замолчите навсегда. Все против. Ну у него нету ни стен, ничего. Да, это правда. Да только сейчас как ты это дофить? Получше всякого. Ну это этот отвалится, я... Этот уничтожу город, тот захвачу и постепенно, а потом обратно этот опять отобью и нормально будет. Так ты же заход вообще тут все можешь собрать. Или у тебя одна кровь? Нет, да, да, к сожалению, да. Отличный план. Ну и тем более я еще не доплыл до тех городов. Пошло такое дело, давайте хотя бы делить. Давай. Где вот Харихарлаля? Я уже плыву. А ты какой немец хочешь город? Ну, надо подумать об этом. Ну, в ту сторону плыву. Давайте каждому по одному тогда. Чего это каждому по одному? Вы охренели, что ли?
Я еще немец. Немцы да, и думаю. Конго я понимаю, а ты вообще кто такой? Немец и Конго тут соседи. Ну, это тоже мой сосед. Нет, ты далеко, я знаю, где ты находишься. Это не так далеко, как ты думаешь. Ты видишь, у меня каравелла около Спарты плавает? И что? У меня аж на другом еще побережье есть дорога. У всех просто союзы с Конго, у всех. Кроме Греции. Ну и меня. Вы же понимаете, что вы ему открытые границы даёт просто союз? Кто-то тут говорит увеличивать. Успокойся. Не, ну я не буду продлевать, конечно же. Я просто не смотрел туризм, я честно не смотрел на туризм конголеза вообще. Я думаю, мы с тобой шумер дальше будем в союзе. Это понятно. Да ладно, ты чё, что меня продаёшь, что ли? Нет, ты сам себя продаёшь за культуру. Тебе культура важнее, чем наша дружба, понимаешь? Я лучше с друзьями-бадлаганами буду тусить, чем с таким культурным тобой. Не в обиду, Грей. Продолжение запланировано на завтра, а на этом пока все. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!